Дополнительную программу замены лифтов разрабатывают в регионе. Об этом рассказал сегодня на пресс-завтраке с журналистами заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. Процесс идет сейчас и в рамках программы капитальных ремонтов, но потребность в замене подъемников гораздо больше. Ведь у многих истекает срок эксплуатации. Программа позволит заменить лифт с беспроцентной отсрочкой оплаты на 3 года. Уже сейчас в Вологде и Череповце городские власти разрабатывают список домов, которые могут попасть в этот проект. Практически мы на сегодняшний день достигли соглашения уже с Минстроем о том, что мы в Вологодской области вот сейчас готовы запустить дополнительную программу по замене лифтов. Программа будет запущена на 3 года. Этот проект будет действовать в рамках программы капремонтов. Также на встрече зашла речь о ходе самих ремонтов. После изменений в законодательство выбор компаний-подрядчиков теперь проходит по новому принципу в 2 этапа. Первый – квалификационный отбор компаний в реестр по ряду критериев. Второй – непосредственный выбор подрядчика из реестра на конкретный объект по результату торгов. Такой механизм позволяет избежать недобросовестных компаний и фирм однодневок. А это, в свою очередь, снижает риск некачественного ремонта или срыва графиков, как это случалось прежде. В целом, ситуация с реализацией программы капремонтов в области складывается благополучно, но в полной мере ощутить эти изменения регион сможет в следующем году. 2018 год, да, он однозначно станет переломным, потому что уже на сегодняшний день 50% объемов тех работ, которые должны быть сделаны в 2018 году, мы имеем под эти объемы работ проектно-сметную документацию. Отторговывать эти объемы мы будем готовы в ноябре, в декабре 2017 года. И в 2018 году мы будем готовы с начала года приступать к ремонтным работам. Не как в этом году летом, а с начала года. Разумеется, замену тепловых сетей или ремонт фасада можно проводить только в теплое время года. Но есть работы, которым зима не помеха. Отдельно Виталий Тушинов отметил комплексный подход Вологды в вопросах капремонта, когда дом приводится в порядок буквально от крыши до подвала. По его мнению, это правильный путь, который позволяет, сделав ремонт однажды, больше к объекту не возвращаться. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда РФ.